Всем доброе утро. Ну вот я с прогулки пришел, мне вопрос поступил от подписчика по мессенджеру, как вот решаются вопросы по тем, которые землетрясение дома потеряли, да, свои, как идет строительство. Я вам хочу сказать, что строятся дома рекордными темпами. О результатах мы увидим чуть-чуть позже, но я уже выставил вам в сообществе, что только в одном Манавгафте, который в пожаре пострадали дома в 2021 году, прошло всего 3 года. Государство построило и отдала под ключ гражданам 788 домов. 788, потому что большинство частного сектора сгорело. Комфортабельный, со всеми удобствами. Но где вы еще такое увидите? Вот скажите, пожалуйста. Конечно, Казахстан недавно показывали, что тоже уже, которые пострадали в потопе, уже выдают ключи. Но там было, по-моему, 43 квартиры, что ли, пока. Но идет еще строительство, да? Но вот в одном Манавгафте Турция построила для погорельцев 788 домов за 3 года. А еще сколько строится из-за землетрясения, которые... Это десятки тысяч квартир. Это токи строит. Поэтому токи даже сейчас затормозило немного ту программу, которая вот давала социальное жилье, строила. И каждый год 10 тысяч человек получали квартиры от государства на долгосрочный, очень маленький процентный кредит, там 1 или 2% там вот это было. Вот. Смотрите, 788 домов. Это цифра огромная. Вот вы мне скажите, где, в какой стране вот так вот строят вот такими темпами? Так что рано хоронит экономику Турции, что вот так, ай, вот все плохо. Нет. Я думаю, что вот эти погорельцы, пострадавшие от землетрясения, тоже повлияли на рынок недвижимости. Я имею в виду аренда там, все такое. Сейчас все рассосутся. Еще год-два всем будут построены квартиры по государственной программе «Потоки». Кстати, что «Токи» построила, ни один дом не свалился во время землетрясения. Потому что они конкретно строят. Это под государственным контролем. Вот. Видите, 788 домов. Вы, наверное, фотографии видели, да? Вот где такое строят? В какой стране такое есть? Вот, пожалуйста. Так что все будет нормально. Пока.